так у нас второй день начинается на Goat Island. Это остров. Вот такая тут красивая машина припаркована. Вот. Купили два билета в лето, блин. Водопадное Ниагарское лето. Будем добровольно мокнуть. Не буду так далеко заходить. А как, я буду! Это... Вот такие тапочки дали. Причем все это включено в $17. Тапочки и пальчо дают. Не самая лучшая погода для того, чтобы одевать вот это. Пошли намокнуть. Вот такое пончо. Сейчас я научу, как быстро одевать пончо. Вот так нужно быстро одевать пончо. Так он в моей руке лежит. Вот так это выглядит. Кстати, мы сейчас идем на не Ниагарский водопад, а на водопад American Falls. Где люди стоят. Как это круто! Какая, мать его, потрясающая картинка! Обалдеть! Уже все мокро! Блин, такой дождь, так моросит вообще, так моросит нереально. Пипец, как это круто! Мама мия! Бля, она просто стоит на камне, деревянная подпорка. Из-за тумана ничего не видно практически вот там. А теперь подойдем прям непосредственно к водопаду. Нереальные ступени вообще. Вот здесь уже начинается очень мокрый моросящий дождь, потому что здесь, мать его, водопад прям течет на ступеньки. Пошли, пошли быстрее. В общем, это было что-то с чем-то, это было нереально круто. Как это говорит Crazy Russian Hacker? Бум! И вот тебе такое зрелище. Туда мы тоже пойдем. Вот смотри, вот прям буквально 20 метров вот этот огромный сумасшедший поток воды. Ой, действительно, как прикольно тут сделали. Вот здесь такое уютное место, а там буквально в 4 метрах начинается этот сумасшедший ад. Вот он, мать его, вот он, American Falls. Обалдеть! А вот там мы были. Маленький огрызок American Falls. На эту водичку действительно можно смотреть целыми днями, тебе не надоест. Ниагара действительно более впечатляющая. Единственный минус, что здесь не подойдешь так близко, как к американскому водопаду. Вау! Вау! Это Goat Island, вот это три сестры. А мостик, конечно, вообще обалденный. Блин, еще прикольно же, здесь такой лес на тебя окружает, что вообще... А вот это все часть Ниагарского водопада. А вот тот маленький огрызок, последний остров. Вообще мега круто, мега.
Ого. Ого. Одна небольшая волна оттуда, и прям этот остров просто снесет. Сейчас мы идем от Коут-Айленда к берегу. А вот этот поток уже идет на American Falls. Мы купили билеты. Это открыточки. Как мило с их стороны. Магнитик еще положили. И пин. Пин, да. И вот мы идем на Made of the Mist. Корабли, который идет к Ниагаре. Вот такие пончики дали. Фирменные. О, да. И поэтому сегодня они розовые. А так они обычно синие. А вот наша лодка. Постараемся попасть наверх. Ой, как тут плохо. А вообще формально мы с тобой пересечем морскую границу между Америкой и Канадой. То есть, грубо говоря, мы побываем на территории Канады. Только если будут тебя толкать, а тебя будут толкать индусы, ты не поддавайся. Блин, как будто в душе стоишь. Здесь настолько много брызг, что его, в принципе, даже не видно. Началось! Доехали до водопада, пипец! Ни черта не видно. Невозможно, дождь. А ты говорила, не будет так мокро. Вот тут с нижней палубы еще лучше видно водопад Ниагары. Какие воды бурлящие, обалдеть. Вот тут, вот там видно высоту. Здесь хорошо, что брызг нету особо. Но как будто фильм про апокалипсис, да? Мы как... Ой-ой-ой. Это было круто. Промокло? Это было очень мокрое приключение. Тоже очень много брызг капает вообще. Нет, это пустак. Блин, какие они молодцы, что они сделали подход к такому прекрасному зрелищу. Все, мы дошли до самой крайней точки. То есть то, что сверху они видят, это вообще ничего по сравнению с вот этим. Вот мы и вышли с Made of the Mist. Блин, это было очень круто. Я, честно говоря, не ожидал. Кораблик — это вообще самое крутое, что тут есть. А какой-то хороший ресторан нашли, но он закрывается в 3 часа дня. Зато такой Бьюик тут припаркован. Сейчас мы зашли в TGI Fridays. Посмотрим, чем нас накормят тут. Тут бургер очень вкусный. Вкусный, да? Ну и ребрышки стандартные, классические, фрайды вкусные. Мы убежали из ресторана, не оставили никаких чаевых. Пыль себе на чаевые кофе. Не знаю, что такое чувство не покидает меня. Как будто ты что-то плохое сделал, или украл что-то, может. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Мы пошли за сувенирами из Ниагары. Но купили маленького Дэдпула. Вот так чудесно закончился наш день на фоне этого сумасшедшего водопада. Прям Ниагара — это супер. Так что на этот раз уже встретимся либо в Неваде.